друзья, я продолжаю тусить возле Нью-Йорка, в частности в Нью-Джерси. И сейчас приехал посмотреть на статую свободы. Здесь она стоит очень близко, но задом к тебе. В общем, есть музей здесь какой-то, пойдемте погуляем, посмотрим. И замечательный вид еще на даунтаун, на Манхэттен, на Нью-Йорка. Вообще офигенно, сейчас все покажу, погнали. Пойдем, пойдем быстрее, смотрите. Вообще вид классный. Там от острова, на него почему-то въезд по этому мосту охраняют полицейские, стоят там КПП такое, не знаю, что там находится. Если кто знает, напишите в комментариях. Это вот, кстати, даунтаун Нью-Джерси. Тоже видите, там много высотных зданий. Я там проезжал, вообще жесть, дороги нет. Во-первых, асфальт весь вот такой вот, платка на заплатке, и много строительства идет. Дороги узкие. Прям строительство, можно сказать, на дороге происходит, нету территории, там небоскреб строят, и территории нету, знаете, пристроительной, там хотя бы от стен здания чуть-чуть, то есть вот стены здания, и все, тут строительство, тут машины ездят, суета такая, лучше туда не соваться. Там стоят много автобусов, там здание какое-то, может быть, кафешка есть, сожрал бы, что не будет. Здесь место, где гуляю, неоживленно, людей немного, знаете, больше такого для семейных прогулок, семейного отдыха. Приехать, навернуть 10 миль туда-обратно и поехать без задних ног спать домой. Блин, ну пожрать здесь ничего не оказалось, зато смотрите, сзади меня находится какой-то, это либо пирс какой-то старый, либо парковка такая с навесом, в общем, непонятно, огромная территория, куча чермета уже стоит, видно, кучу времени ржавеет. Слушайте, ребят, ну пока непонятно, что это такое, давайте зайдем, вход открытый, можно туда заходить. Пойдемте посмотрим, что это. Это вот, оказывается, такая старая переправа, которая уже не работает и сделана, видимо, как музей. Мне нравится особенно вот та часть ее. Пойдемте поближе посмотрим, как все травой заросло. Очень красиво смотрится и необычно, как в каком-нибудь, не знаю, сталкере. А, это была железнодорожная станция, представляете? Сюда подходили поезда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14 минимум путей там, ребята, вообще очень красиво выглядит. Жалко так, только что она разрушилась и сейчас в упадке таком. Оказался прав, железнодорожная станция здесь была. Вагоны еще стоят старые. Здесь есть еще одно прикольное местечко. Пойдемте покажу, не знаю, это монумент, либо что, для чего он сделан. Сейчас посмотрим и расскажу вам. Но должно смотреться классно. Секунду. В общем, мы сейчас заходим внутрь этого сооружения. И должен у вас вид меняться. С такие зеркальные стены. Здесь много фамилий, имен написано. Почему они здесь, непонятно. Ну, я думаю, вот там мы сейчас дойдем до конца и увидим, что это, чему посвящено такие здания, вернее, такие стены, чему они посвящены и к чему вообще все это. А пока идем, 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 они длинные. Здесь, когда солнце сюда падает, вообще отражение очень сильно происходит. Круто, да? Похавать, короче, здесь нифига не оказалось. Попить даже ничего нету, все как-то, знаете, вроде люди сюда едут, много машин, а ничего такого нету, кафе бы сделали. То оказалось не кафе, а банкетный зал. В общем, сейчас иду до машины, надо куда-то поехать похавать. О, я слышу радостный звук мороженого, песенка играет, хочу мороженое сожрать. Я вас уже, наверное, задолбал, когда я голодный, я такой, да. Не еда, конечно, но очень вкусно. Как вы думаете, сколько мороженое стоит? Вчера на Манхэттене $12 стоило. Короче, недорого по сравнению с Манхэттеном. $9, так это еще шейк, и внутри там мороженое куча. Но нормальный прайс. Now lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again.
not lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I wake again. В общем, сходил сейчас в душ первый раз за неделю. Такое блаженство. Ребята, попробуйте неделю не ходить в душ, вы кайфанете от души вообще. Друзья, давайте записываемся на стажировку. Вы узнаете 10 самых эффективных молитв, которые лучше всего помогают. Узнаете, на какую точку на вашем теле надавить, чтобы прошел страх. Если вы очень впечатлительный, я подберу вам подгузники для взрослых. Короче, все вам расскажу, покажу. Записывайтесь на июль месяц, на начало. Есть запись, есть местечко на неделю, 10 дней. Друзья, стажировка есть двух видов. С трудоустройством последующим и без трудоустройства. Без трудоустройства проводится неделя, стоит $700. С последующим трудоустройством 10 дней стоит $1000. Сразу после стажировки выезжаете уже работать в рейс. Так что пишите, есть запись на начало июля. Буду очень вам рад. На связи. В описании оставляю ссылочку на мой телеграм-канал. Пишите туда по поводу стажировки. С вами, ребята, находимся в Айове. Это штат, сельскохозяйственный штат. И в этот штат боятся заезжать многие кархолеры. В общем, я сейчас сюда заехал. Беру опасный груз, и мне надо через всю эту Айову проехать. В общем, посмотрим, везучий или нет. Но если не повезет, я попал. Я ночью проехал всю Айову, приключений не было. В общем, прикольно, по Айове едешь, все такие едут с двумя маленькими машинками, ни больше, ни меньше, без перегруза, и тут я там с такими тачками несусь. В общем, в Айове грузы есть, потому что мало кто туда ездит, как бы можно туда мотаться, но опасно. Айова, почему опасно? То, что если тебя поймают, там геморрой огребешь по полной. В общем, в этот раз мне повезло. Ой, друзья, у меня приключения, короче, продолжаются. История, в общем, такая. У меня у жены день рождения, в воскресенье. И мы с ней решили поехать в Вегас. Забронировали отель, там, короче, я ей подарок на день рождения там придумал. В общем, в итоге, диспетчер мне не находит груз, чтобы я в пятницу уехал. Две машины я не доставляю в пятницу доставить. Не успеваю в пятницу доставить и... Значит, приходится откладывать на понедельник. Но эта проблема решилась. Там понедельник я скину машину, другой водитель приедет, закинет, отвезет. Но следующая проблема — то, что не было груза. В общем, в итоге утром просыпаюсь, диспетчер находит груз, правда. И я сейчас нахожусь в Оклахоме, и нужно ехать в Даллас за грузом. Такой радостный, скидываю машины и сажусь, выгоняю, короче, прицеп, смотрю на колеса и офигеваю, смотрите. Прикиньте, ребят, приехал, короче, забирать машину, суббота, выходной, и вот сколько машин здесь, смотрите, сколько машин сюда, их на поезде привозят. В общем, мне дали гейтпасс, где указано место, ряд, место, машину, как найти, ну, искать по ВИН-номеру, здесь не вариант. Короче, заказ опять обломанный, косяк. Короче, сегодня второй день секса с машинами, которые не указаны ряд и место, на котором они стоят. Вот сейчас хожу, осматриваю все машины, потому что вариантов нету. Впереди выходные, еще сегодня и завтра целый день. И стоять
не вариант, нужно найти машину, все равно делать нефиг, решил приехать поискать. Может быть, удача будет на моей стороне, но пока вот первый ряд начал, нифига не везет мне. Диспетчер скидывал информацию, но ее не было в заказе указано. Он там где-то нарыл по ВИН-коду, какой цвет у машины. Типа вот две машины, красная и синяя. Но я вчера все красные и синие обошел, что я не думаю, что пропустил. Вот. Сегодня хожу по второму разу и смотрю уже все подряд. Пойдем дальше. В Америке людей, которые работают на улице, там дровосеки, не знаю, там кто заборы делает, дома, в общем, такие люди, которые трудятся, называют их реднеками, то есть красная шея. Я вот сейчас самый настоящий реднек, поэтому снял майку, хоть чтобы спина была красная и не смешиваться с реднеками. Хотя я сейчас на данный момент работаю и являюсь реднеком. Пацаны, кто настойчив, тому всегда везет. Первую машину нашел, иду искать последнюю. Всего будет две машины у меня, но если эту как-то было еще легко найти, потому что она 2500, их здесь мало, их сразу видно, она выше, это то... Кстати, диспетчер цвет перепутал, она оказалась белой. В общем, 2500 видно, выделяется среди толпы, а Сильверадо 1500, он, их здесь, во-первых, много, а во-вторых, он с толпы не выделяется, он такой более низкий, выглядит чуть поменьше. Но не будем сдаваться, будем искать дальше. Блин, хоть бы повезло и нашли мы эти гребаные тачки. Нашел последнюю машину, офигеть, я не могу поверить, честно, друзья, посмотрите, я сколько обошел машин, их здесь нереально, я в этом стогу сена нашел две иголки, охренеть, я красавчик какой, как я рад, что я еду в Ленинград, блин, на самом деле, я рад, что не буду стоять здесь два дня и жечь топливо из-за того, что здесь душно, постоянно сидишь под кондиционером. Сейчас быстренько едем, делаем инспекцию и гоним отсюда. Еще бы выпустили, у меня никаких бумаг нет. Я не знаю, что на выезде будет проблема. Все, ребят, спасибо, что помогли с поиском автомобилей. Очень вам признателен. Я вижу, вы держали за меня там пальчики, молились, просили судьбу, чтобы я их нашел. В общем, все свершилось. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если понравилось, не забывайте пальчик вверх поставить. Все, всех обнял, увидимся.